Привет, котятки! И да, вот так, наверное, точно будет лучше. Уже рождественская новогодняя пора. И я решила к Новому году закончить то, что не заканчивала очень давно. У меня в группе есть такой специальный альбом, называется «Ваши мордочки», в который каждый участник моей группы может скинуть свою фоточку и получить бесплатный арт от меня. Условия очень простые, но я так давно не напоминала о существовании этой папки в своей группе и в своих видео, что, наверное, вы уже забыли вообще, что такое было когда-то. Сегодня я нарисую нескольких своих подписчиц, потому что, как оказалось, там фоток мальчиков нет, там есть только девочки. И да, наконец-таки я рисую своих подписчиков! Ура! И да, поехали прямо в видео! Вообще-то работа должна была быть 4, но так как я молодец, я случайно удалила 2 работы, которые посередине, ну, в смысле процесс, поэтому будет только первая и последняя. Я надеюсь, что заметен мой прогресс, мой скилл от первой работы к последней, и, в общем-то, поехали наконец-таки рисовать. Для первой работы, как и для второй, я точно так же использовала Paint Tool Say 2, но в чем разница вообще в этот раз? В общем, я посмотрела видео SimArt. Если знаете такую девочку, у нее очень классный канал на YouTube, ее очень приятно слушать, она очень атмосферно все рассказывает, всегда хорошо ведет, но, в общем, в чем прикол, она говорила про текстурные кисти в Sai, и я такая, а, блин, текстурные кисти в Sai, мне это не нравится, короче, вот эти все, ну, как раз, такие дребезжащие края, знаете, вот как делают зарисовки художники Диснея, честно, они мне не нравятся, вот, я не знаю, мне не нравится, ну, я понимаю, что там вложена куча работы, все такое, но мне так такой стиль, как для себя, мне он не очень нравится. Поэтому я очень скептически относилась к текстурным кистям Sai. Но тут как бы я что-то такая подумала, блин, ну алё, ну если это текстурная кисть, это не значит, что я должна делать точно так же. Ну то есть я же могу настроить кисть под себя, чё я туплю-то? Ну и в общем, по совету Симы я решила взять себя в руки и попробовать текстурную кисть, потому что, если честно, у меня весь прошлый год был дикий какой-то творческий затык, я ничего, как бы я не могла себя из него вывести, я не могла ничего сделать. Как бы я не могла себя из него вывести, мне все время все не нравилось, я поняла, что надо что-то менять, а что я как бы не очень понимала, и вот наконец-таки я просто села рисовать какого-то там 2, по-моему, января и просто нарисовала вообще по-другому. Единственное, скетч я не снимала, потому что пока что скетч у меня занимает очень много времени. То есть я настолько замучила этот скетч, что я в конечном итоге просто уже отметила точками, где, блин, ну, вот прям на рисунке, да, на новом слое, короче, я создала новый слой, просто на лице, на фотографии я отметила точками, где должны быть глаза в таком повороте, и все, и потом уже как бы перенесла это на белую часть листа и начала работать с этого. Вот настолько я замучила этот скетч. Я не знаю, почему мне было так сложно с тем, что очень простой ракурс, очень простой поворот головы, ну как бы, заметьте, ничего сложного. Но мне почему-то было очень сложно, я прям чувствовала какую-то, я не знаю, физическую боль, по-моему, в голове. И поэтому решила прибегнуть к такому лайфхаку, и это мне очень помогло. На самом деле, ну, не скажу, что какое-то прям безумное сходство я нахожу в этом рисунке, но я старалась. И, честно говоря, вот после того, как я немножко упростила себе задачу, я как бы почувствовала такой прилив, что ли, я не знаю, энергии, и как-то вот мне прям захотелось рисовать, я прям кайфанула. Я когда закончила рисовать, это было такое, как, я не знаю, вот если у вас было какое-нибудь экстремальное событие в жизни, там, я не знаю, вы, может быть, там прыгали с веревкой, вот этой, которая к ногам привязана, бейсджампинг или с парашютом, или, я не знаю, выбрались живым из какой-нибудь аварии, такой, вау, просто вот такое состояние, как после, не знаю, крутого фильма или там крутой книги, ты сидишь такой и как бы переживаешь вот это вот состояние пост чего-то. Вот тут я также примерно переживала где-то час, потому что на самом деле такое офигенное состояние я очень давно не ловила. И все 4 работы, которые я сделала в этом году, они все у меня провоцируют это состояние, и это офигенно, если честно. Я не знала, что делать со своим затыком творческим,
Я думаю, что я об этом сниму отдельное видео. И да, кстати, если вы заметили, это видео вышло только лишь одно. Английские видео больше не будут выходить на этом канале, они будут на другом канале, специально сделанном для видео на английском языке, чтобы, ну, короче, чтобы было всем удобно. Вот. Так что этот канал останется только для русскоязычного контента. И я думаю, что я сюда сниму отдельное видео по поводу борьбы даже не с арт-блоком, а с выгоранием скорее. То есть арт-блока у меня как такового не было. У меня была куча тем для рисования. Я постоянно ловила себя на том, что я вот это хочу, вот это хочу, вот это хочу. Но как только я садилась рисовать, я понимала, что я не хочу. То есть вот как бы не просто не хочу, а вот прям вот вообще не хочу. То есть мне физически неприятно от того, что я рисую. И вот это состояние выгорания, оно у меня было почти весь прошлый год, и вроде бы как я начала из него выползать потихонечку, я безумно этому рада. Кстати, по поводу рисунка самого, до конца января в моей группе ВКонтакте действует акция, вы можете получить бесплатный портрет от меня, альбом называется «Ваши мордочки», вам нужно просто загрузить туда свою фотографию и получить от меня портретик, потому что я только осваиваю вот этот мой новый стиль, такой невнятный реализм, и мне нужна натура всего лишь. Я очень надеюсь, ребята, что вы мне в этом поможете. Альбом, повторяюсь, будет открыт до конца января. После посмотрим, если акция зайдет, может быть, я ее буду как-нибудь еще применять, как-нибудь еще пару раз, там, может, я сделаю, а может быть, нет, я не знаю, котятки, посмотрим. Я надеюсь, что вам понравится такая моя новая техника, и я надеюсь, что у меня получится как-то вас мотивировать на тоже на какую-то смену, я не знаю, техники или чего-то такого, потому что это реально прикольно. Прикольно пробовать новое, несмотря на то, что сначала кажется, прям аж это аж начинают вот эти коренные зубы чесаться, да, вот когда тебе предлагают там попробовать новый инструмент, новую программу, ты думаешь, блин, это все это вот это осваивать. А потом, когда осваиваешь, ты получаешь от этого нереальный кайф. Собственно, что получилось, и сейчас продолжим обсуждение на новой работе. Собственно, я опять не снимала скетч, потому что я тупо не вижу смысла, это слишком долго. Ну, конечно же, я вижу определенные ошибки в своих работах, но даже не в плане там анатомии или чего-то еще, а в плане самой техники. То есть мне хочется сделать изображение более гладким, но в то же время декоративным. Но опять же, я вижу некоторую, блин, такую полосатость, которая вот, допустим, к последней вот этой четвертой работе, она уже перешла во что-то больше похожее на какой-то плюс-минус сформировавшийся стиль. Но на первой работе эта полосатость смотрится немножечко, ну, мне так кажется, чуть-чуть нелепо. То есть видно, что я, ну, как бы я стараюсь понять, но еще не очень понимаю вообще, что я делаю. Но если посмотреть отвлеченно на мои работы, так как будто бы их рисовала бы, ну, допустим, не я, то я бы сказала, что прогресс заметен. Если честно, да, мне хочется себя похвалить, ну реально, блин, ну чуваки, я смогла, я победила своих внутренних демонов, я смогла победить свой арт-блок, следовательно, блин, если я достаточно ленивый человек в плане, ну, работы над собой и вообще работы, если я это смогла, то, блин, ну извините, любой это сможет. Я решила в этом году, если честно, вообще поменять свое отношение к моему творчеству, любому, неважно, что это, вышивка, рисование,
там все что угодно, даже создание комнаты в Sims, неважно, это все творчество. Я решила поменять свои отношения. Я больше не хочу вот этих, знаете, дурацких шуточек типа рукожоп, там тра-та-та. Нет, нифига, я молодец, я хорошо рисую. У меня есть всегда интересные техники, интересные сюжеты. Я люблю цветовую гамму, которую я подбираю для каждой работы индивидуально. И да, мне нравится. Мне нравится рисовать, и я хочу это продолжать. Поэтому, честно, я вот подумала, что стоит больше себя хвалить. Не, ну, похвала — это вообще как бы всегда приятно. И, ну, как бы, когда ты сам себя считаешь говном, да, ну, как бы, как тебя буду считать не говном? Ну, алё. Поэтому, да, с этого, вот, получается, 2 января, да, 1-го просто, ну, я работала, мне было не до мысли, вот, со 2 января я решила, что я поменяю просто свое отношение вообще к своему творчеству, я его буду больше ценить, потому что, ну, вы же понимаете, это интеллектуальный труд, и как бы недооценивать его тоже нехорошо. Просто взять и забить, типа, ой, да, ну, блин, типа, это все фигня, это там, типа, легко, там, я там за полчаса, там, или, ну, неважно, за сколько я там что делаю, да, там, за час, за два, за три. Но, с другой стороны, это труд. Ну, допустим, если мне многие вещи даются легко, это не значит, что кому-то другому не даются легко. Если я могу сделать вышивку, там, крутую за 3 часа, да, это не значит, что другие ее могут сделать за 3 часа. То есть кому-то, там, понадобится неделя, там, две, я не знаю, сколько людям на это надобится времени. Если мне понадобилось на этот портрет час 10, это не значит, что другим понадобится на этот портрет час 10, так? Вот, поэтому то, что я просто быстро работаю, это еще ничего не значит. Это точно такая же работа, как, ну, как многие ее делают там задольше, да, я ее просто делаю быстрее. Но я трачу столько же своих эмоциональных сил и, ну, физических в каком-то плане тоже. Я же сижу на попе, у меня же спина устает, руки там, пальцы, вот. Поэтому, да, я подумала, что, ну, действительно, вот этот вот момент... Не знаю, подростковый дурацкий такой, типа, забивать болт на свое творчество, типа, да, ну, все это, короче, шуточки и прочее. Нифига, нет, это не работает, нужно серьезнее немножечко относиться к себе, к своему творчеству, к своему здоровью, вообще к решениям, которые принимаешь. То есть, почему бы не попробовать? Я так никогда не делала, если честно, и просто мне надоело вот это, знаете, постоянно, типа, ой, да рисованием не заработаешь, это все фигня, там, тра-та-та. Я в это никогда не верила и не хочу в это верить, поэтому решила в этом году прям так конкретно взяться за эту мысль. А, кстати, что по вот этой работе? В общем, я здесь решила прям постоянно обращать внимание на натуру, то есть так, как если бы девушка сидела передо мной. Я не знаю, почему я не делала этого раньше, я не знаю, почему я делала это, когда я училась, и почему я перестала это делать, когда я вышла за порог училища. Я не понимаю. То есть вот смотрите, когда вы рисуете с натуры, вы должны постоянно сравнивать, должны постоянно смотреть на части тела. Если у вас есть какие-то проблемы там с построением или чем-то еще, блин, особенно если рисуете с фотки, это просто офигенно. Короче, расчерчивайте фотку на квадраты, точно на такие же квадраты расчерчивайте свой холст или виртуальный холст, неважно, на чем вы рисуете, или там бумагу, и просто переносите по квадратам. Ну, то есть, блин, это не обрисовка, не что-то еще. Это офигенный способ копирования, который с там фиг знает каких времен применяли пейзажисты. Если не смотрели, есть фильм, по-моему, как-то «Учитель рисования» или как-то он там называется. И там вот эта техника постоянно используется, художник постоянно так рисует, он фактически, ну, эта техника помогает ему перенести пейзаж. А если перед вами сидит натура, то же самое можно сделать маленькую рамочку с натянутыми ниточками или там леской, неважно чем, и поставить ее рядом с собой, так, чтобы видно было через эту рамочку вашу модель, так как она у вас на холсте собирается поместиться, так скажем, и, собственно, расчертить свой холст или бумагу точно так же на квадратики, и это очень хорошо помогает соблюдать пропорции, перспективу передавать и прочее. Очень-очень удобная тема. И на самом деле, естественно, когда у вас есть рядом натура, вы должны постоянно смотреть на натуру и на вашу работу. То есть прям вот быстро, например, глаз-глаз, нос-нос, губы-губы, да? И вот именно когда вы так быстро смотрите туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда,
вы начинаете видеть несоответствие, что конкретно у вас выбивается, какая часть. Я не знаю, почему я просто вообще про это забыла. То есть я почему-то, выходя из грековки, я просто решила, что я буду рисовать мультяшек. И вот этот момент в рисовании мультяшек, есть такой момент, как бы сказать. Короче, когда ты начинаешь забивать на анатомию, ты начинаешь ее забывать. И я поняла, что мои навыки регрессируют. Потому что я пересмотрела свои старые работы, особенно карандаш, и я поняла, что я не прогрессирую, я регрессирую. Я не говорю, что я когда-то вообще хотела, в принципе, в реализме рисовать. Нет, я хотела просто, ну, пропорции хотя бы сохранять. Ну, то есть, как бы, знаете, даже если этот персонаж стилизованный, но чтобы он был похож на человеческое существо. То есть, понятно было, что он живой, что у него глаза растут на голове, там, да, ну, типа того, что есть там черепная коробка, шея, вот эти там ключицы. Ну, в общем, короче, что это человеческое существо. В этом январе я наконец-таки решила что-то поменять. Не знаю, опять же, вот не знаю, почему я не сделала этого раньше, но что есть, то есть. Я очень надеюсь, что вам понравился мой новый стиль так же, как и мне, потому что я, честно сказать, в восторге от своих работ. Я безумно рада, что я нашла выход из своего заточения бессюжетного, безрисовального, и советую вам того же. До встречи в конце видео. Досмотрите до конца. Ну что, котятки, честно говоря, я подустала. Такой прям марафон получился рисовальный. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, ставим пальчики вверх этому видосу. Подписываемся на канал, чтобы не пропускать новых видео. И да, я напоминаю про альбомчик в моей группе ВКонтакте. Вступайте в группу, скидывайте фоточки в альбомчик. И будет вам счастье. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего всем дня. Хорошей творческой недели, и пока-пока, увидимся в новых видео!